Непростой урок истории преподали ученикам 10 класса 80-й школы Самары. Они услышали об одной из самых трагичных страниц истории 20 века. Ежегодно в конце января отмечают Международный день памяти жертв Холокоста. 78 лет назад Красная Армия освободила узников крупнейшего в Европе немецкого лагеря Освенцим. Во время Второй мировой войны туда ежедневно привозили заключенных, большинство которых были евреями. Мужчин почти не кормили и заставляли много работать. От остальных, как от ненужного балласта, избавлялись. Главная задача — объяснить детям трагедию еврейского народа, что это не должно повториться никогда, и чтобы они понимали и трепетно относились ко всем, не только к евреям, но к любым национальностям, что каждая национальность и каждый человек важен по-своему, и нужен, и необходим, чтобы они оставались людьми. Этнические чистки проводились везде, где ступала нога бойцов Третьего Рейха. Массовый геноцид проходил с особой жестокостью. За несколько лет фашисты уничтожили около 6 миллионов евреев, из них 1,5 миллиона детей. Для меня являлось по-настоящему шокирующим фактом это цифры погибших детей, потому что это безумно страшное событие, которое касается всех ниточек души. Ребята почтили память о жертв Холокоста минутой молчания. Михаил Ермоленко, Ксения Баканова, Григорий Плешаков. События.